істукан. Поділюсь, конечно, Іван, вислушай мене. Значить так, я поймав жар птицу, создал ей все условия, а она не поет. Почему? Могу помочь. Я тебе еще не все сказал. Оказывается, она никакой грубости не вносит. Хорошо, я смертную казнь отменил, детей пород запретил, а она не поет. Почему? Ай, да птичка у тебя, а? И самое главное, Иван, оказывается, она никакого обмана не выносит. Как же она у тебя жива-то до сих пор? Да какая же это птица? Ты кто? Иван. Какой у тебя голос хороший. Иван. А у него голос другой. Я ему слова ответить не могу. Даже если хочу. Пусть не говорит. Пускай споет. А он не понимает, почему ты не поешь. Выпусти меня. Ой, Иван. Ключ, пожалуйста. Какой ключ? У меня никогда не было никакого ключа. Ключ. Ключ. Пусть сначала споет, не дам. Дай ключ. Ну, может, теперь споет, а? Пожалуйста. Вот и кончилась гроза. Ой, и отгремела. Удивленные глаза. Открывает небо. Вот и снова расцвело. Расправляй свое крыло, улетай на волю. Разгорелась радуга на все поднебесье. Вот тебе извини, Ванюша Джан. Это невозможно! Вот, Милолика Сергеевна, погибель моя в золотом ларце, в хрустальном яйце. Это обман один. А настоящую ты прячешь. Я прячу. Я... Вот она настоящая, только не